было 2 теплых осенних дня в Самаре, 70 талантливых спикеров в 10 секциях, 1500 разработчиков, дизайнеров, менеджеров всех мастей и видов, губернатор, криптоэксперт и водитель трамвая. А также около 100 литров текилы и рома, 540 коктейлей в секретной комнате и караоке на автопати. Не то чтобы это было нужно для IT-конференции, но если решил сделать фестиваль еще мощнее и роскошнее, то иди в своем увлечении до конца. And I'm gonna change it. And I'm gonna...